В краях, где произошел этот случай, волков немало. Конечно, это не значит, что нужно целенаправленно их истреблять, но все же именно огромное количество этих хищников стало причиной исчезновения популяции оленей на территории Верхнего Мичигана. В данном случае большой волк угодил в охотничий капкан. Однако охотники, увидев большого волка, не стали его убивать. Как ни странно, но именно охотники сделали все, чтобы освободить пострадавшие животные. Это очень отважный поступок, учитывая размеры волка. Просматривая видео, возможно, вы не испытаете тех чувств и того страха, но если столкнуться с волком таких размеров, один на один в лесу, сердце как минимум уйдет в пятки. Отдельной строкой хотелось бы отметить находчивость, мужчины способ, благодаря которому они сумели освободить волка из капкана. Судя по всему, это уже не первая их удачная операция по спасению животных. Да, как бы там ни было, это живое существо, и невозможно не испытать жалости, когда ему нужна наша помощь. Как же приятно знать, что есть еще добрые и благородные люди, которые придут на помощь пострадавшим животным.